Смотрите, какая красота. Все белесое в тумане. И я опять на своем верном коне еду на рыбалку. Хочу поискать сегодня опять по разливам чиколовским щучку. Ну а там будет что в прилове, будет только хорошо. Не теряем времени, движемся вперед. Добрались по бездорожью с рюкзаком, с лодочкой, капец просто. Уже прохладненько, на мотоцикле вообще жесть, без балаклавы жестко, лицо обжигает аж ветром. Туманчик, собачки где-то гавкают. Так, не будем терять времени, разбираемся. Ну вот, друзья, я и на воде. Блин, смотрите, какая красотища. Ветра нет вообще, штиль. Красота.
Есть. Есть, друзья. Так, одна щучка припаркована. Смотрите, какое утро. Ну, зачетно. А теперь я, друзья, вам расскажу за свою приманку. Решил я сегодня ловить на классику, на манс, предатор. Просто зачетнейшая на джиге. Не люблю джиг-головки, но в то же самое время они себя очень хорошо показали. Блин, рыба уже искусанная, такая в ультрафиолете с золотой блесткой. В ультрафиолете, пардон, в машинном масле с золотой блесткой. Просто супер. Смотрите, друзья, первая щука. Круто. Все, не будем терять времени, продолжаем дальше. Друзья, крючочки я использую фирмы Decoy V9 единичку. Как раз на 4-дюймовый Swing Impact от Савы. Как раз то, что надо. Подберем грузочку до него. Думаю, грамм 14. Я люблю на перегрузе, когда работает. Да, у нас есть тут такие Днепро-свинец. Груза. Надо только найти 14-граммовый. Большие есть. Что-то меньше грузов я, походу, прошляпил, не взял. Этого быть не может. Ну, прикольно то, что они в таких блистерах продаются. Вот, в принципе, есть у меня такие в кислоте. Поставим такую чебураху и будем оббрасываться. Да, 14 грамм как раз то, что надо.
Друзья, прозевать поклевку — это жесть. Есть. Эх. И опять она гналась. Гналась. Два раза. Раз ударила и второй раз. Да, смотрите, порезан как хвост. Смотрите, порубан как. Ай-яй-яй. Да, блин. Ну, продолжаем туда же кидать. Вот это, друзья, есть. Есть, друзья, что у меня там с подсакой, непонятки какие-то. Так, а тут без инструмента, конечно, не получится. Придется доставать инструментец и понемножку освобождать щуку. Хорошо, что я его вожу с собой. Да, хорошо. Ну, куда ты собрался? Все, тебя уже поймали. Ну вот, друзья, вот еще одна такая красавица. Ну, такая килошка. А то и полтора точно есть. Хорошая щучка.
сход, друзья. Это капец. Алло. Так, короче, Дима, две щуки пойманы, четыре схода. Твои, короче, приманки просто волшебство. Разорваны в говно. Только на них и ловится. Я других просто не ставил. Все, Димка, давай позже наберу, пока у меня есть еще часик порыбачить. Да, давай, давай. Угу, давай. Есть. Есть, друзья, кушок. Уже вечерочка. Не, кушок, судачок. Такой маленький судачок. Иди сюда. Смотрите, друзья, какой красавец клюнул. Это маленький клыкастик. Маленький клыкастик.
Ну, этого товарища мы, конечно же, отпустим. Ну что, друзья, рыба была поймана. Поймал две щучки, заработал кучу поклевок. Поймал даже в конце небольшого судачка, такого грамм на 200, отпустил его. Рыбалочка более чем зачетная. Смотрите, штиль на воде, ветра нет, солнышко. Просто зачетнейшие осенние денечки. Давайте глянем щуку, которую мы поймали. Вот такие две сарочки. Взвешу я их, наверное, когда уже буду выходить на берег. Ну, пока движемся в сторону дома. Так, друзья, взвесим нашу щучку. Кило 325. Вторая примерно такая же. Кило 185. Ну, друзья, вот, собственно, мой улов. Две таких хороших зачетные щучки. Кому понравилась такая рыбалка, палец вверх. Подписывайтесь на нас. Дальше будет интересней.